Пока в Иркутске лучшие спортсмены России бьются за звание сильнейшего, в Ангарске открылась новая школа бокса имени Валерия Секлетина. Многофункциональный и современный зал начал работу на базе школы номер 11 в микрорайоне Китой. Какие именитые спортсмены посетили открытие и кто стал инициатором идеи? На эти и другие вопросы ответит мой коллега Егор Сорокин. Имя Валерия Секлетина в Ангарске знает и уважает практически каждый. Ветеран спорта, почетный гражданин города Железногорск-Илимский, тренер спортивной школы «Сибиряк». Воспитал не одно поколение талантливых спортсменов, победителей всероссийских и международных турниров. Сегодня новая школа бокса в микрорайоне Китой носит его имя. Валерий Александрович – это легенда ангарского и не только ангарского бокса, который воспитал не один десяток мастеров спорта, который посвятил всю свою жизнь нашему любимому виду спорта – боксу. Хотелось бы пожелать Валерию Александровичу здоровья, здоровья, еще раз здоровья и многих лет жизни. Новый спортивный объект будет работать на базе современной школы номер 11. В учебное время здесь будут проходить занятия по физкультуре, а после уроков пространство займут боксеры, для которых подготовили все самое необходимое. По традиции, открытие очередного зала бокса в Ангарске посетили именитые спортсмены, в числе которых двукратный чемпион мира Михаил Алаян, чемпион Европы Андрей Мишин и заместитель руководителя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахметхан Адилов. Дорогие ребята, пользуйтесь, занимайтесь боксом, занимайтесь спортом. Уважаемые родители, помогайте, направляйте ваших детей, потому что бокс воспитывает смелость, уверенность в себе. Кстати, боксеры еще очень умные люди, уважают старшее поколение. Открыть зал удалось благодаря поддержке местной администрации и Федерации бокса. Стоит отметить, что за последние 2 года в Ангарске появились 2 зала для занятий. Один в микрорайоне Цементный и школа бокса в 189-м квартале. Администрация не может не поддержать такие здравые идеи. Это действительно, наверное, очень значимо. Большое значение имеет именно доступность для занятий. Часто дети просто прекращают занятия, поскольку надо куда-то в город ехать. Теперь вам стоит через дорогу перейти жителям Китоя, ребятишкам Китоя, и вы окажетесь в руках опытного тренера, настоящего наставника, энтузиаста своего дела. Занятия в новой школе бокса будут проходить бесплатно. Сегодня здесь тренируются 2 группы. Самым младшим недавно исполнилось 8 лет. Всего тонкости бокса здесь познают около 30 человек, которые совсем скоро выступят на своих первых соревнованиях. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.